Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, улица Просвещения. Смотрите, какие пришли нам новинки. Давайте смотреть вместе. Учимся считать. Сейчас на детских площадках вот такие вот счеты вешают. Я с внучкой, мы гуляли, она у нас считала. Здесь и кубики, и счетные кружочки, и вычитание, и сложение. И даже можно часы изучать за 99 рублей от 3 лет. Различные бывают. Посмотрим, какие есть у нас. И все 4 у нас есть. Появились калейдоскопы с блестками. Загляни в мир волшебства. Миллионы узоров за 199 рублей. И со снежинками. Вот внутри снежинки. А, и здесь тоже снежинки. Я думала, они разные. Блестки, снежинки за 199. А здесь золотые бусинки. Синенькие бусинки и цветочки. Игрушка. Покупательская тележка. Играй в настоящий супермаркет. Катай тележку и складывай туда продукты за 199 рублей. На колесиках. Будильник. Посмотрите, какой яркий. Такие цифры четкие, большие. Таким слепошаром, как я. За 99 рублей. Есть квадратные. И в виде домика. 99 рублей. Батарейки 1АА. В комплект не входят. Светильники. Смотрите, в виде осы или пчелки. Нет, пчелка, наверное, все-таки. В виде пчелки. Так. С кабелем USB. И есть зелененькая. 199 рублей. Гибкая ножка. Сенсорная кнопка включения. Три режима яркости. В этом магазине три цвета. Я не знаю, будут какие-то еще есть цвета, но у нас три. Еще светильник на петле. Четыре светодиода. Сенсорная кнопка включения. Три режима яркости за 99 рублей. Еще есть в сером цвете. Опять новинка. Светодиодный фонарь. Брелок за 77 рублей. Батарейки в комплекте и магнит. Изделие предназначено для использования в хозяйственных и бытовых целях. Набор штампиков чернильными подушечками. 14 штампиков, 6 больших и 8 маленьких. 4 чернильные подушечки. Различные рисунки. Здесь и паровозики, и машинки, и мотоциклы, вертолеты, корабли. За 199. Гибкая силиконовая линейка. И потом можно использовать, смотрите, зацеплять карандаши или как браслетик. И расцветочки как для мальчиков, так и для девочек. Набор для рукоделия. Входит туда фетр. Ткань, фетр, нитки, иголки, наполнитель и инструкция.
за 99 рублей. Смотрите, носочки лежат. И показано, что можно сделать из этого носочка. Создай единорога из носка. Отсвечивается. А здесь мышонок. И носочек такой. Розовый с красным. Не, больше розовый. Розовый. Все, нашла только два вида. Мышонок и единорог. За 99. А это канва для вышивки. И смотрите, какие здесь узоры. Состав полиэстер. Колготки с люрексом за 199. Бордовые, цвет бордо. Состав полиамид, 71% люрекс, 20% полиуретан, эластан 9%. Изготовитель «Дружба». Дэн. А также есть черные с люрексом. Кто хочет быть креативным, пожалуйста, вот здесь такие есть колготочки. Больше в этом магазине никаких нет, есть только черные и бордовые. А это гольфики. Тоже с бриллиантом. Блестящие. Гольфы женские. Одна пара. За 99. Также есть черные. И бордовые. А гольфики нашла еще синие. Значит, колготки, наверное, тоже есть синие. 50 ден. А также есть колготки 40 ден. Утягивающие. Тоже за 199. Цвет-то бежевый. 40 ден. Также есть бежевые и черные. Я не знаю, кто какие носит, я ношу черные. И 20 ден. Также есть черные. И телесные бежевые. Двойки, тройки. Размеры разные. И вот такие вот сеточку мелкую. Тоже за 199. Сетка. Здесь я не нашла, только такой расцветки. И за 77. Классические колготки 40 ден с шортиками. Комфортные швы, невидимый укрепленный мысок, мягкая, плотно прилегающая эластичная резинка. И расцветки разные. А также имеется Golden Lady и CC. И такие за 199. Это уже плотные колготки, 80 ден. Черного цвета, бежевого, по-моему. Сейчас посмотрю. Нет, здесь только черные. Опять новые варежки с сушками. Мягенькие. Разных цветов. За 199. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.